Был дорога нормальная, заезд, да, вот, но это как бы, вон. Да, вот слева люди едут, да. Тут есть заезд, но... нормальные герои всегда идут в обход. Не смогла, бобры свое дело сделали, загубили весь лес здесь. Какое красотища место, а? Начинает темнеть. И начинается Рубилово. Попахивает ночным Рубилово. Да. Охренеть. Здесь чаще капец, да? Вообще. Просили, да? Да. Все, он горит! Хорош, пола, мощные. Да, мы заехали в какое-то место сказочное. Здесь вообще все... Обалдеть. Ром, ты уже просился до послезавтра? Да? Да? Не хочет автобус ехать совсем, да, здесь? Тяжело автобуса. Я вроде сейчас назад поеду, а впереди предложили. Нет, блокировок, все, беда сразу. Всем привет! 18 ноября 23 года пока еще. Мы опять собираемся, грузимся. Выезжаем. С нами сегодня Фарид, Халк, 70-ка. Сейчас подъедет еще Паджерик. Выезжаем в сторону Аши. Карпачева. В общем, мы маленько заблудились, дорогу поехали не той. Аркадий Михайлович сказал, сейчас я вам дорогу найду. Едем мы по полю. Сейчас Фридриха включу. Вот дорога. Надеюсь, мы не перевернемся. Хотя бы надеюсь, мы не перевернемся. Уже... Аркадий, а Фридрих включен? Нет. То есть ты на заднем приводе включен? Надеюсь, что хотя бы эта дорога наша. Может, я опять ошибся. Опять выйдет ролик, и там будет только лицо Романа Саныча. Что тебе не нравится мое лицо? Мне? День первый, оно мне пока нравится. Так, все, мы в деревне Сергеевка. Колеса травим. Переодеваемся. Выезжаем. Дорога идет вон там. Мост разрушен. Выше бобры сделали плотину большую. Надо нам переехать в эту сторону.
Ну, на таких гламурных дисков, как бы не, как еще не проехать-то? Что, мы опять нашли какую-то якобы дорогу? Такая она красивая. А опять, Михалыч, тебе нравится дорожка? Да и нормально. Немножко как-нибудь чуть-чуть намиксовали. Да маловато, согласен. Ладно, что? Там нам микс бобры сделали, нормально. Да, да, да. Спасибо. Спасибо, пацаны. Пацаны, что оказывал. Вообще сегодня погодка, на самом деле. Там, нормально, да. На голову не сыт. Вообще эти дни очень было бы неприятно. Да, да, и легкий снежок. Не знаете, что ветра нет. Прям сама погода для путешествий нашего формата. А здесь кто-то ездит периодически. Ёлки сверху скошенные все. Ехали мы случайно, ехали, и увидели здесь кладбище. Стой, кладбище. Дальше ты едешь. Дальше кладбище. Вот уже могила, все. Хотим посмотреть, какого года они. Интересно. Нифига себе, тот недавно был на одном из них. Здесь какая-то деревня была заброшенная. Название я не видел. Старое кладбище какое-то. Какого года, интересно? Кто-то приезжал, вот поставили новый этот. Новый вот поставили. Какой год? 42-й год! А здесь 63-й. В таком обалденном красивом месте была деревня. Сейчас я вам покажу. Вот здесь слева гора. Написано «Голенькая». Не знаю, насколько это правда. Вот так вот. Встали на обед. Парни, костер надо развести. Сейчас сделаем. Вот такое красивое место. Речка. Какие-то камушки. Ножку хочешь снять? Возле да. Пили мешки. Да, сами не ломали, блин. Аркадий, unbelievable? Unbelievable. Решили подъехать. Там какая-то то ли пещера, то ли что-то такое. Ходим посмотреть. Это наша команда исследователей. Ага, ладно, пошел смотреть. Что там? Нет ничего? А, она такая сквозная просто, да? Ну все. Медведей там нет. Никого нет, к сожалению. У нас ручей Гремучий называется. Идем вверх. Поднимаемся. Немножко поднялись в горы, в принципе, не высоко, а здесь уже вот только снега. А, Аркадий Михайлович, прям разница заметна, да? Здесь прям уже зима. Сейчас идем в сторону Бахмура, по этому ручью. We'll be right back.
Начинает темнеть. И начинается Рубилово. Попахивает ночным Рубилово. Прям вот предвкушаю я. Но я думаю, мы жопу рвать сильно не будем. Мы же уже старые. Дорогу мы не нашли. Она как бы шла и закончилась. Принял решение идти по этому ручью. По логу, поэтому. Похоже, придется идти просто по ручью, наверное. Пока вариантов больше нету. Нет, надо выходить ручья. Не, по ручью будет идти тяжело. Давайте лучше слева от ручья встанем. Слева от ручья будем просто идти. Потому что по ручью будет тяжеловато идти, наверное. Вот вам ночное Рубилово. Вроде снег. Вроде дорога нормальная, казалось бы. А машина не едет вообще, проваливается и все. Пока не испытывает проблем никаких. А вот. А вот сейчас пошло. Натяг пойдет нам, нет? Ага, Фарид. Вылез. Еще! То есть, конечно, такие овраги стали после нас. Стой! Вонючая какая грязь здесь. Давай, что думаешь? Куда хочешь? Ну назад. Назад мы не пойдем. Будем выезжать? Да, назад. Ну прям, на ту дорогу. На какую дорогу? Ну, там будем искать. Там где? Там это где, Аркадий Михайлович? Да. Я вот смотрю. Вот где такая нужна проходимость. Где? Да. А? Тарелки только поставляй, как идти. Смотрю, и ни хрена не вижу, как Михаил здоровый здесь. Так, давай. Так, надо думать, что делать дальше. Все, сели мы. Пока еще борется, да? Че? Дальше не идет, вот так рвет потихоньку и все. Передняя блока еще не включается. Опять. Фарид у нас там пытается рубиться, выехать куда-то. Пока не получается. Ну, здесь тоже... Пока не особо получается. Должен вылезть. Должен. Еще. Вылез. Так, у нас здесь еще один ручей, да? Здесь еще один ручей. Так, кругом лес. Лес глухой. Ехать по нему не особо получится. Ехали мы по лесу, ехали. Вдруг у нас, короче, замкнул провод от люстры. Вот так поплавилось все. Сейчас будем искать, где он включается, выключается. Будем звонить в автосервис. Все? Что все? Что все? Включаю? Включай массу. Ну ладно. Другую. Давай. Вот на другой как раз таки и началось. Да. Вот тумблер, который... Все, он горит. А распада мощная. Что, машина у нас не загорелась, уже хорошо.
Мы пытаемся ехать дальше. Право, правее, 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 правее. Люстры у нас теперь нет. Но мы не унываем, да, Кангалыч? Вообще. Не сгорели уже, слава богу, да? Какой-то, видимо, мост был раньше. Цепляй. Мы не проехали. Да, за дерево, Олеж. Сейчас, секундочку, Роман. Ага, давай. Одну секундочку. Just a moment. Теперь только лебедка, да? Вот да. Дерево нету. Нет. Нет, по-моему, перед ней есть. Нет, не поймет. Ну-ка. Посмотри. Есть. А, да, перед есть. Перед ней есть, есть. Скотч. 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 Творит чудеса. Оп. Ты что там? Не знал? Я думаю, да. Вот. Чуть-чуть. Не хватает блокировок. Не хватает блокировок ему. Вот. Да. Не, упирает склад прям там. Паджеро. Надеюсь, дерево не упадет. Нет, оно мощное. Мощное. Ну, мы на максе стоят. Что там придумает? Тимур. Тимур. Какую траекторию выберет? Сани. Что там? Придумал Тимур или его штурман? А, штурман просто снимает видео. Ему... По барабану. Ему интересно. Началось. Давай. Даже давай. Видео не поснимаешь, да, Сань? То есть он не верит, да, в свою машину? Да едь сначала. Давай она поедет. Давай. Ты проедешь. Ну вот, если бы не так поехал, то проехал бы. Это сказочный лес. Правда, ничего не видно. Такое здесь странное состояние леса. Все. Офигеть, да? Вообще просто трэш. Просто сказка какая-то, да? Лёш, выходи! Не выйду. Выходи! Не выйду. Вот и утро второго дня. В каком обалденном месте мы встали. Здесь у нас как в сказке все. И есть даже связь. Удивительно. Машины все замерзли, конечно, наглухо. Роман Александрович. А? Как вот воспользоваться лебедкой, скажите мне, пожалуйста. А-а-а. Вот. Если прямо вот так вот захотел. Вот как-то беда будет. В общем, там идет дорога параллельно. Нам надо как-то выходить на нее. Главное не лебедиться. Едем дальше. Нашли какую-то дорогу. Типа от квадрика, да, Олеж? Я маршрутов. Да. Узенькая, узенькая. Мы вот болото. Вот тут вот Бахмур внизу. Мы пытаемся выйти вот на эту дорожку. Вообще в идеале выйти на эту дорожку надо. Ну хотя бы поехали, до этой дойти. Поехали! Да, да, сейчас. Успеем.
успеем, ты что думаешь, они прям быстро поедут? Спустились мы в низину, а здесь вот прям вода стоит. Ручьи прям с водой. Нам надо переехать ручей в ту сторону. Нет, это вот ручей, что, да. Болото там наверху выше. А, все. Эх, не хватило блокировки вот как раз таки. Он даже дугу поймал. Пока ничего не делай. Ну да, конечно. Пошли на спуск. Плохо видно, конечно, но спуск прям приличный. Заваливает. Любой сугроб заваливает, снег сразу, невозможно ехать. Все, лицо. Морду лица все заваливает. Дорога очень заросшая, но нам надо вниз по ней. Очень тяжело ехать по лесу. Снег падает с деревьев. Лобовое заваливает. Видимости ноль. Сейчас хотим попробовать пустить. Поехали. Халка вперед по колее. Там нет больших деревьев, но там очень много мелких, и с них сыпется снег. Согласен. Прошли уже километр, наверное, 4-5 вниз. Но пока конца края не видно. Пилим дерево. Вот такая у нас какая-то вроде появилась дорога, какая-то похожая на дорогу. Идем ехать по ней. Все уже, конечно, устали. Народ уже начинает напрягаться. До дороги какой-то, которую видно со спутника хотя бы, а не просто на генштабе. Осталось 800 километров, 850 по прямой, ну километр пускай по дороге. Время 4:30, скоро будет темнеть, надо нам постараться пройти километр побыстрее. Пила одна сломалась, ладно, что есть вторая запасная, уже хорошо. Ну, здесь хотя бы дорога, по которой можно хоть как-то ехать, потому что шли до этого просто по лесу, по дороге ехать было невозможно вообще. Здесь хоть как-то можно ехать по дороге. Какая-то. Если вам интересно, как можно ехать по приборам, сейчас я вам покажу. Пока не осталось,
Здесь такая дырочка. Иногда. Чик. Когда снег. Не сильно. Когда снег не сильно падает. Вот он так что-то куда-то смотрит. И что-то куда-то едет. Я вообще вот ничего не вижу лично. Прокат Михайлович, ты хотя бы наблюдаешь его, ну, то есть? Конечно, я же профессионал. А, ну это радует. Это радует. За рулем профессионал. Ну? Ну, года 2-3 на таком давно шел. Пропил как раз. Да, да, да. Вообще, блин. Все, у нас дворники отъехали до конца. Последний дворник сломался. Сейчас спустили Халка вперед. Он будет дорогу топтать. Хотя бы снег скидывать, уже лучше будет. Она заросшая, да. Скажи, стой! Надо обратно сразу как вернулся, нет, на дорогу туда. Надо. Туда. Да, здесь не попадем, вон правее, вот сюда, на лужайку вот эту выходим. Выехали мы на дорожку, которая идет прямо на сухой Атюг с Бахмура. Она уже ровная, хорошая. Два дня. Рубилово закончено. Мы выехали в деревню. Сейчас качаем колеса, считаем потери и едем домой. Давайте я вам покажу результат поездки, которая была в эти выходные. Вчера мы все поздно вечером вернулись. Смотрите, вот одна машинка у нас. Вся помята. Немножко побита. Раны боевые добавились, шрамы, как говорится. Но в целом все неплохо. Какие-то есть мелочи, но мы их доработаем. Почему-то стала спускать передняя левая подушка. Надо будет с ней разбираться. Видимо, где-то повредилась трубка пнеума. Ну, пнеумотрубка — это мелочь. Ее мы устраним. Есть другая машинка, которая поначалу, как казалось, при выезде из леса, бегал на осмотре, показалось, что
совсем не пострадала. Но вот что произошло у нас по трассе на скорости около 90 км в час. Это был нежданчик. Вот такой. Отлетело колесо. Значит, ребята, когда выехали с леса, просто поленились проверить протяжку колес. Поленились, ребята. Ну вот результат вам. Хотя проверить было можно. В принципе, гайки видно. Если они ослаблены, это все прекрасно видно. Центральное отверстие тоже сделано под этот диск, и оно на нем очень даже хорошо держится. А не улетела машина только по одной причине. Здесь усиленные борта. Ну как, усиленная кромка, чтобы не сгибалась была. И получилось так, что тормозной диск остался вот здесь, за ней. И только лишь поэтому колесо не улетело совсем. А это было очень даже очень печально, потому что машину резко кинуло на встречную полосу. Чудом они ее отловили. И все обошлось. Еще есть потерь. Лобовое стекло. Капот. Ну и в целом пока вроде все. Но это все ремонтируется. Железо не так страшно, как жизнь человеческая. Так что, в принципе, нам очень-очень-очень повезло. Значит, что у нас осталось? Гештальт недобитый. Значит, следующий год будем добивать вот эту дорогу. Здесь, вот с этого места до Бахмура, в принципе, я думаю, 5-7 километров по дороге, не больше. Мы прошли из них 3. То есть 2,5-3 километра осталось нам недобитых. Есть дорожка, она плохо читается, вот сюда уходит по спутнику. Возможно, можно вроде объехать ее и по ней. То есть вот здесь дорога тоже-то есть. Эта дорога мы ездили уже. Она уходит на Кысык и вниз туда дальше, на Лемезу. Можно попробовать вот так пройти сюда по ней и вернуться вот со стороны Бахмура. Но хочется вот так.